Слава Господу! Давайте еще прославим нашего Господа все вместе. Я отца, Божий Бог.
Слава Господу, Церковь, за благословенный день, за благословенное служение. И перед тем, как мы скажем еще слова благословения, перед тем, как мы уже уйдем, вы знаете, я хотел бы, чтобы мы все вместе, и также диаконы выйдут сюда, помолились о священнослужителе, который служил сегодня нам, о Сергее. Сергей, можно мы конечно. Помолимся и благословим конечно. Тебя, и благословим ваш труд, ваше служение, и чтобы Бог своей благодатью являл вам и восполнял все ваши нужды и в вашем служении. Давайте, Церковь, также помолимся, хорошо? Господи, Отец мой, благодарна Тебе, Господь, за служителя Твоего, Господь, которого Ты сегодня дал нам, Господи. Мы благодарны Тебе за Сергея, за архиепископа Сергея, Господи, который, услышав Твой голос, Господь, сказал, вот я, Господи, возьми меня, и с тех пор, Господи, Ты используешь его как своего служителя. Господь, прошу Тебя, благослови его, его семью, его жену, его детей, Господь. Благослови его служение, Господи, восполняя всякие нужды, Господь, по богатству своему, любви своей к нему, Господи. И пусть, Господи, этот служитель, Господи, будет проливать свет, Твой свет и Твою любовь, Господь, на всяком месте, куда Ты поставишь его, Господи. Благослови его, наполняй его, пусть он пребывает при исполнении Духом Святым, Господь. Давай ему слова откровения, Господь, также еще, Господи. Используй его, Господи, как Твой сосуд. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня позволил ему быть у нас, Господи. И благодарим Тебя, Господь, за все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны. И еще одно объявление. В среду у нас епископ Сергей будет проводить интерактивный семинар по истории христианства. Очень интересный. Кстати, группа библейская моя. Мы когда-то говорили, что мы хотим урок по истории христианства. Так вот он будет в среду. Очень интересно, я вам советую просто прийти. Это в этом же зале в среду в 6 часов вечера. Приходите, я уверен, вы узнаете много чего нового. Приглашайте также ваших друзей, всех, кто хочет услышать. И также вы сможете задавать вопросы. И по истории христианства, по Пасхе также можете задать вопросы. Предпасхальные все-таки дни. Поэтому я приглашаю всех вас, кто сможет прийти сюда, послушать и принять участие в этом семинаре. И привести друзей. Да. А да. Ну-ну. Да. Пожалуйста. Матушка правду говорит. Да. Просто матушкой стало, да. Приятно. Все. Матушка Лора. Все, с Богом всем. Спасибо большое, спасибо. Да. А может сделаем фото вместе, совместно? Церковь, да, церковь, давайте, пока все не разошлись пока. Еще, давайте поднимемся здесь сюда, сделаем фото общее. Спасибо большое. Хорошо? Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Да. Ой, кто-то еще для нашего. Вот такое здесь служение было сегодня. Благословение Господне всех вам. Может, на мой. А я вам сброшу. А вы сбросите? Конечно, вам сброшу, да. Супер. Вот так вот. Так что спасив Дим. Церковь, спасив Дим. Не надо. Ну как? Иди сюда. Как? Слушай, как? А то. Слушайте, что вы здесь вот аппарат? Что Настя поменяла? Да, хорошо. Давай. Юра, ставь чайник. Юра, батюшкой не будешь, иди сюда. Отец Юрий. Да. Отцы. Все готовы? Да. Говорим, Jesus. Jesus. Баптист. А теперь повеселее. Да. Еще раз. Все. Спасибо. 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 Спасибо
Что ты свои грузы не пьешь? Православные. Ну, Да, благословение Господне всех вам, братья и сестры.